Избирком и Общественная палата Ростовской области продолжат сотрудничать, что и зафиксировали подписями под соглашением о взаимодействии. 5 декабря Госдума приняла закон, дающий право членам Общественной палаты быть наблюдателями на президентских выборах, что должно усилить контроль избирательной кампании и сделать ее еще прозрачнее. Сегодня действительно зарождается новый институт, и мне, как представителю избирательной системы, важно, что это институт сегодня не политический, а действительно гражданский. И я уверен, что именно гражданский наблюдатель позволит нам поднять легитимность и прозрачность выборов абсолютно на другой уровень. Это очень серьезная миссия, которая берет на себя гражданское общество. И эти наблюдатели, это будут люди очень честные, принципиальные. И люди, истинные патриоты России. Общественная палата подписала соглашение о сотрудничестве с двумя десятками общественных объединений и НКО.